хотя бы ножки намочить. Именно тут, где спускались слонихи. Но слоны действительно очень быстро бегают, друзья. Поэтому потом мне придется спасаться только вплавь. Хорошо, что плаваю я достаточно хорошо. Но телефон уже и так пострадал один от Даны. Звезды Тайгана. Один от Люськи, один от Даны. Не хочется утопить еще один. Съемка с животными — это всегда риск для аппаратуры. Как водичка? Не слышит Олег Алексеевич. А говорю, как водичка? Теплая. Завидую. Как в Таиланде. Как в Таиланде. Так. Я нашла место, где я спокойно могу спуститься. А там на фоне Крымских гор Олег Алексеевич лечится с матой лягушки. Ой, какая хорошая водичка. И заодно грязелечебница. На воду слонихи, после них, конечно, попадаешь там, где их лапы были. Попадаешь. Кто может похвастаться еще чем? Что он приглашает купаться слона. Олег Зубков может пополивать огромного орангутана со шланга, поиграться, покупаться со слонами, потаскать за хвосты львов, побегать с ними еще много-много чего другого. Приезжайте в Тайган, и вы все увидите сами. Парк Львов Тайган в Крыму всегда ждет вас. Тишина, вода, слонихи. Вот такое простое, и люди могут любоваться сверху. Счастье, когда ты понимаешь, что ты помог этим животным, продлил их жизнь, что они не где-то в тесных вольерах разлученные, а смогли преодолеть свою неприязнь, опять стать дружить. Еще и ты можешь дать им такое содержание. Ведет своих двух красавиц. Я ему уступила дорогу.
И такая тоже кустиком прикинулась. Я точка-точка-точка, я вовсе не медведь. Потому что тут, конечно, им по этому склону очень легко до меня дойти. Олег Алексеевич искупался. И можно. Надо, чтоб проехал. Так-то. Они все время что-то делают, улучшают, расширяют, углубляют. Женя увидела, что едет такой большой слон трактор. И ускорила шаг. Ой, там сколько камыша. Можно кушать не спеша. Что Женя и собралась делать. А вон там приплыли все уточки к Олегу Алексеевичу, он их кормит, утят. А вот Женя там лакомится камышом. От таких маленьких зовут Олега Алексеевича до таких огромных животных. Все любят своего директора. Практически полувольное содержание. Камыши вдоволь, вода вдоволь, территории предостаточно. Я думаю, что для цирковых слонов это большое счастье так провести свою пенсию. Спасибо Росгосцирку Российской Федерации и лично Сергею Григорьевичу Белякову за заключение меморандума, на основании которого цирковые животные, которые десятки лет выступали в цирках, сегодня могут вот так спокойно встретить свою старость и прожить последние свои годы жизни в таких парках, как Тайган. Они, конечно, старушки, но они еще, веселушки. Ого-го, еще порадуют, сколько зрителей и сами порадуются такой жизни. Рацион у них хороший, полноценный, климат в Крыму лучший, тепла хватает, солнца хватает, зелени поэтому могут жить, если старые их не болячки не начнут всяко агрессировать, то могут жить долго еще. И не отходит, как приклеенная. Скажи, правда, я самая красивая слониха?
Это удержи слона. Я так думаю, Магда, что вы меня заставите опять вдоль озера идти. Женя перекрыла дорогу. И Магда стоит на стяже. Женя, пока не налопается камышей, оттуда не уйдет. Женя, пойдем. Хватит кушать, пойдем. У нас всего много. Это да.